И снова здравствуйте! Сегодня, как и обещал, покажу вам центральную Паттайю и ее бесплатные достопримечательности. Для этого сначала нам нужно спуститься с холма Пратаманг, и мы попадем на пирс, название которому Марин, и здесь находятся все яхты Паттайи. А с левого конечной точки Марин будет красоваться маяк. Идя по пирсу Марин, я увидел на огромной скорости приближающуюся лодку. Думал, вот сейчас агент 007 выбросится на берег. Не получилось. Возле самого пирса он сбавил скорость и тихоходкой подошел к берегу. Сюжет не удался. Но что делать? Может быть, в следующий раз? А вот среди огромных барж затесалась маленькая, совсем незаметная, но очень колоритная лодочка. Видно, что ей очень-очень много лет. Наверное, это дедушка, а может и прадедушка этих огромных барж. Ну посмотрите, какая миленькая лодочка. И все еще в ходу. А вот совсем рядом новая лодка, но уже изучает подводный мир Паттайи. Грустно. А сейчас немного информации о главном пляже Паттайи. Песок здесь очень даже классный. В сравнении с Пратаманагом здесь нету колючих ракушек. Он, да, привозной, но его здесь много и он чистый. То есть за пляжем ухаживают. Этот пляж начинается от улицы Walking Street и идет до конца северной части Паттайи. Если смотреть на море днем в солнечную погоду, то море довольно-таки красивое. И что еще интересно, здесь напрочь отсутствует запах неприятной сливной канализации. Все лежаки размещены у проезжей части, и это огромный минус. Но здесь есть деревья, и поэтому лежаки там. Пляж настолько огромен, что людей на самом пляжу я увидел очень и очень мало. В основном это славяне. Они любят жариться, как шкварочки на солнце. Все остальные лежат в тени на лежаках. Но многие лежаки пусты. Я попал на пляж в обеденный перерыв тайцев, и поэтому у них сиеста. Это приблизительно с 3 до 5. Они себе лежат и ничего не делают. А вот дяденька словил кайф. Наверное, слушает AC/DC или Sepultura. Вот видите, все бананы, все лодочки у берега, тайцы отдыхают. К слову, они отдыхают потому, что в этот период самый пик критических температур на Паттайе. Это за 30. Вот, наших видно издалека. Даже местные торгаши с едой бегут в первую очередь к нашим. Знаменитая сеть отелей Hilton. Да-да, вы не ослушались. Решили искупаться, но круг забыли дома? Не беда, тетя Тая вам поможет. Ну вот у тети Таи одна беда, никто не хочет купаться на этом пляже. А сейчас я покажу вам весь пляж Паттайи, начиная с самого севера и кончая югом. Именно здесь сосредоточены все самые крутые отели, то есть это самое тусовочное место. Если вы хотите тусить и отдыхать на полную, вам нужно именно сюда, в центральную часть Паттайи. Пратаманаг — это так, для семей и для психов, потому что делать здесь абсолютно нечего. К тому же ностальгии по родине не получится, русскоязычных уйма. А вот набережная, променадная улица Паттайи, пока что подкачала.
Здесь вовсю ведутся работы по канализационным сливам, и поэтому везде шум, гам, куча рабочих, трактора, песок, поломанная плитка. Но китайцам это нипочем. Они все так же толпами под флагом своей компании маршируют по улицам и все фотографируют. А вот в самом начале набережной слева разместилась целая вереница спа и массажных салонов. Сразу за набережной начинается самая крутая улица и самая известная в мире. Что, не угадали? Да не может быть. А, угадали. Правильно, это Walking Street. Вон она, прямо перед нами, с вывеской Walking Street. Но мой рассказ об этом тусовочном месте Паттайи будет в следующем видео. До скорых встреч. Надеюсь, вам все понравилось. Пока.